Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Александр Логинов. В серии коротких роликов «Веб-глоссарий» поговорим сегодня об одном из часто используемых в интернете терминов. Что обозначает слово «глюк»? Это слово имеет несколько значений. Галлюцинации, оптические иллюзии и даже измеритель предвзятости и русофобии по имени французского философа Андре Глюксмана. Но для пользователей интернета, юзеров, глюк – это непонятный сбой в компьютерной программе. Используются и производные от этого слова – глючит, глюканулся и другие. Если сбои в программе повторяются, носят, так сказать, системный характер, то они уже называются другим термином – баг. От английского слова «баг» – вирус, насекомое, клоп. Но эти слова чаще используют уже программисты и продвинутые пользователи. Благодарю за внимание, уважаемые друзья. Если вам понравился этот ролик, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. До новых встреч!